17 августа исполнился год со дня кончины протоиерея Владимира Кириченко. В церковном дворе храма в честь преподобного Ильи Муромского, где был погребен отец Владимир, сегодня была совершена панихида. Возглавил богослужение протоиерей Александр Игнатов в сослужении благочинных городских церковных округов и духовенства храмов и епархии. Также на заупокойном богослужении молились родные и близкие отца Владимира, клирики храма, сотрудники епархиального управления, где служил отец Владимир многие годы, а также миряне. Отец Владимир был ближайшим помощником и сподвижником митрополита Исидора и во всем содействовал ему. Для священства, молодого духовенства, был мудрым наставником. Сегодня отца Владимира вспоминали особенно теплыми словами. Говорили о нем как о пастыре, к которому можно было обратиться за любой помощью, всегда получить не только мудрый совет, но и молитвенную поддержку. Наставит, если кому какое-то это. Вот скажет слово, и сразу тебе да, мысли как бы складываются, что и как. Понимаете? Отец заботливый. Вспоминаются слова одного замечательного писателя. Неправда. Близкий человек не умирает. Он просто рядом быть перестает. И вот как нельзя лучше, наверное, каждый из нас, во всяком случае я, ощутил сегодня это состояние, что отец Владимир, он просто перестал быть рядом. Но душою своей и своей доброй улыбкой, которая взирает на нас теперь с этого обустроенного надгробия, еще раз напоминает о его доброте, о его заботе, о его внимании к каждому из нас. Наверное, потому столько пришло сегодня людей, что каждый помнит эту заботу и внимание отца Владимира. По какому были вопросу, мы не обращались к нему за советом, наставлением, помощью. Всякий раз он и позвонит, и спросит, и посоветует, разъяснит. И как нам сегодня не хватает такого мудрого, кроткого, смиренного пастыря, которым можно было бы, к которому обратиться, спросить совета и напутствия. Но в молитвах своих мы и впредь будем молиться за отца Владимира, за Матушку Марию и, конечно же, за нашего дорогого владыку, митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора, память и молитвенное воспоминание, которым никогда не умрет в тех людях, которые когда-либо знали эту семью.